эмоции, ох, закрутилось в голове. Привет, мои хорошие, вы на канале Юлия Сивян. Сегодня наконец-таки мы попали на представление фонтана. В общем, разогревочка началась. Подготовка тут, конечно, серьезнейшая. В том году такого здесь не было. Вот этой вот всей выставки аллеи еды и все такое. Вот наверху в этом году открыли какой-то клуб, бар, не знаю. В общем, прям вау. Очень красиво, очень просто невероятно. Сюда люди специально приезжают, в общем, планируют свое время и приезжают. А как спланировать и как узнать, что есть вот такое вот представление, сегодня на официальном сайте написано расписание. В общем, два раза в неделю, это в пятницу и в субботу, тематическое какое-то представление. Вот так вот. Сегодня будет Марио, там и кто-то еще. А пока в общем, целых полчаса они будут показывать вот такие вот под современную музыку танцы. Фонтана. Thank you.
стільчики такі. Якраз сідає. Червяк!
Все? Браво! В общем, с меня не дрожащие руки, с вас лайк, подписка и колокольчик. Пока!